Ну, а у нас в студии любезно согласились быть гостями группа «Вежливый отказ». Да. Что хотел сказать автор этой музыки? Ну, это героическая музыка. Героическая музыка прошлых лет. Допустим, как будто ничего не было. Да, я вас слушаю. Я хотела бы задать вопрос. Прошу вас. Кто для вас пишет музыку и песни? Взяла ли ключи, закрыла ли дверь, забыла, а я не могу танцевать. На экране темно, на экране телевизор устал, телевизор убит. Шквал музыки прямо на меня обрушился. В 1986 году Дмитрий Шумилов стал первым советским негром. Накопленная музыка как меня мучила, она во мне была. Мне это надо было как-то каким-то образом реализовать. Из себя в никуда получилось. Мы как-то очень вовремя выстрелили. Да мы не вовремя выстрелили, мы всегда как бы стреляли, просто это оказалось так. Нет, это совпало просто ситуация. Совпала ситуация, я говорю, что мы выстрелили очень вовремя.